И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, как вы уже знаете, снова на моем канале. И сегодня у нас будет история аниматроников 2014 по 2021 года. Ну, в принципе, вам всем пожелаю приятного просмотра и спасибо тем, кто мне помогали снимать этот ролик. В принципе, желаю всем приятного просмотра. И мы записали этот ролик, записывали его очень долго. Всех тех, кто сейчас кушает, приятного аппетита. В принципе, мы начинаем. Всем приятного просмотра. О! В принципе... Смотри! Это мы. Это мы, да. Сказали, что надо заходить в пиццерию. Да, это наш... Это наша пиццерия. Кстати, этого зовут Скотт. Скотт, да, Скотт зовут. Кстати, прикольная тут пиццерия. Посмотрите, тут цена. Ага, прикольная. Да, вообще цена вообще прикольная. Все очень круто сделано. Сделать где-то чипы открывала. Ну ладно, надеюсь, скоро к нам придет. Скоро придет. Да. Ребят, я пока пойду. Обследуюсь и найду что-то. Хорошо. Хорошо для тебя место. Да, о, Фокси, хорошее для тебя место, Фокси. Я как раз люблю пиратскую бухту. Да. Кстати, Бонни, пошли-ка там посмотрим, что это там за место еще. Может быть, тут должен быть охранник? Охранник, да. А, странно, двери закрыты. Ну там, в принципе... О, за нами наблюдают. Идет наблюдение, ну ладно. Да, все не... закрыто. О! Охранник, это смотри, тут тоже какой-то офис непонятный. Смотри, это тоже какой-то странный офис. Посмотри на него. Ничего себе офис. Ага. Какой офис? Ну, тут типа еще офис какой-то есть. О, а это что за комната такая? Так, это у нас типа... Тут вообще непонятно что. Ой, смотрите, игрушка. Смотрите, что я нашел. Плюшевую чайку. Смотрите. Смотрите, плюшевая чайка. О, плюшевая чайка. Да, прикольно вообще. Ребят, я пока пойду, тут найду что-то. Да, ага. Смотрите. Вроде бы там еще что-то. Тут туалеты есть. Еще вроде бы нам сказали, что тут еще есть кухня. Давай посмотрим, где же тут кухня. Да, вот. Пицца! Пицца, нормально. Нормально, сейчас поедим. Да, давайте, почему бы и нет. Вкусно, да? Да, вообще вкусно. Ладно, уго, выход. И тут какой-то кола есть. Давай выпьем. Ко. Да школа тут есть, круто вообще. Слушайте, мы же аниматроники. Ну да, мы же не можем и есть это. Давайте пойдемте, сейчас к нам придут посетители. Так что погнали их веселить. Так вот я почему бесконечно ем. Наверное. Погнали, нам нужно сейчас быть на сцене. И дождаться Чики. А то Чика что-то опаздывает. Давай я сразу на сцену. Она мне сказала то, что она не сможет прийти, она на следующий день придет. А, на следующий? Ну ладно. Хорошо. Так, ну что, ждем пока остальных, пока там кто-то придет. А пока что можем немножко, не знаю, чем-то... Подготовиться. Да, подготовиться, точно. А это что за комната точно такая? Смотрите, тут Эндо. Это же... наши головы. Да, это наши головы. Это запасные. Это наше тело. Это же наше тело. Точно. Кстати, вы не знали то, что мы состоим из эндоскелета? Так есть. Я знаю. У меня же глаз второй открылся, то что я удивился. Да, Фокси. А хочешь я открою я рот? И вы увидите, что изнутри нашего. Вот. Я что-то не могу рот открыть. Это же тоже эндоскелет. Ну да, мы все сами эндоскелеты. Сделаны из похоже, них. Похоже, сделать одна аниматроника. А вдруг это Чика? А вдруг Чику сломали? Вот видите ее лицо? Да, в принципе.
И наши. Но тут у этих лиц глаза есть, а у Чики вообще глаз нет. Черные какие-то. Может, реально Чики. Может, тут еще одних аниматроников, но не успели. Может, тут, наверное... Ладно, давай выступать на сцене. Да. Ладно, давай пойдем... Да, погнали. На сцене, отключимся вот тут. Конечно. И через некоторых месяцев в декабрь мы вернемся. В декабрь мы вернемся? Ну хорошо. Ладно, пока... давай тут побудем. Пиратскую бу. В принципе, все места для посетителей готовы. Здесь мы проверили все комнаты. Я еще проверю вот это. Что тут есть? Ладно, я пока посплю, давайте. Но пока что никого нет. Можно и поспать немного. Давайте, через некоторых месяцев вернемся. Вы тоже тут поспите, мы через некоторых месяцев вернемся. Потому что он не до конца доделано. Да, давайте, я тоже немножко тут посплю на сцене. О, ну, я тут. А я тут. О. Ну, давай заспаем. Опачки. Это наша новая пиццерия? Да, ведь вроде бы, да? Да, но меня употрепали в то время, когда я был нормальным. Блин, Фокси, мы-то изменились, а тебя вообще не изменили. Блин, Фоксян, мне тебя жаль, конечно. Да ладно, проживу, наверное. Ну ладно, давайте посмотрим, что в нашей новой пиццерии. Вау, посмотрите, сколько тут автоматы, игры, игрушки. А кто они? А кто эти они? Блин, смотрите, плюшевого. Я нашел себя, плюшевого только. А кто они? Смотрите, сколько тут тоже аниматроников много. Походу, это такие же аниматроники, как и мы. Да, я согласен с тобой, той Бонни. Здесь очень Кстати, много. Кстати, а хочешь я предскажу вам будущее? Какое? Ты... Через один месяц или где-то... Через март 2015 год появится новый персонаж. И он будет так выступать. Это Спринг Трап его зовут. А это не этот случайный персонаж, да? Да, это персонаж. Ну ладно, я, наверное, пошел в свою пиратскую бухту. Да, конечно, Фоксян, иди. Так, давай-ка, Бонни, рассмотримся, что тут у нас есть. Если она тут есть, давай. Конечно. Да, давай рассмотримся, что тут у нас есть, в принципе. Так, тут, в принципе, пару комнат. А, вот, смотри, я нашел, походу, место для охранника. Тут много чего изменили. Убрали двери, тут вентиляцию еще добавили. Только вот зачем добавили ее сюда? Ты кто такой? Я тоже могу предсказать. Еще я предскажу вам будущее. Короче, это Чика? Это появится, это Чика? Выступать будет на сцене в 2021 году в декабре. Понятно. Я вам предсказал будущее. Да, ребят, где Чика? Мы ее вроде не видели после этого. Ну так тогда, странно, где Чика вообще непонятно. Мы вообще ее так долго не видели. Куда она могла подеваться? Мы все ищем. Ребят, я не нашел свою пиратскую бухту, ее тут нету. Странно. Может тут вообще. О, подожди-ка! Не кажется, либо я, Фокси, нашел для тебя место. Вот! Смотри, какое у тебя прикольное место. Сиди тут, Фокси. Мне кажется, прикольное будет место. Ну, конечно, будет не очень тут комфортно, но, Фоксян, мы для тебя такое место нашли. Подождите. Что с... Это твой клон, Бонни. Клон? Где там? Бонни. Это страшный. Страшный какой-то Бонни. Наверное, появится во ФНАФе 4. Я опять вам предсказал будущее. Ну да, походу. Может, мы и есть во ФНАФе? Ну, может быть, ребята. Ладно, погнали, той Бонни. Посмотрим еще комнаты. Вот это что? Посмотрите, тут комната вот, тоже. Ребята, я, наверное, немного отдохну от этого тела, а то мне реально больно от этого. Да, Фоксян, конечно, можешь отдохнуть от тела. В принципе, да, тут тоже есть пицца, все остальное, как и есть. Давайте-ка посмотрим, что еще у нас есть, в принципе, что еще можно взять и посмотреть. Осторожно. Ну, значит, понятно. Значит, тут осторожно мокрый пол. Окей. Подождите, а что с Спрингтрапом? Он начал глючить. Разве? Что? Разве он начал глючить?
Он начал глючить и перестал. Это как возможно. Ну ладно. Я пока посмотрю. А, тут туалет. Ну тут ничего такого. Пойду в свою комнату. Да, конечно, Фоксян, иди. Ты можешь посмотреть еще пару комнат. Ладно, ребята, я через Чего? Я во ФНАФе 4. О, где? Это мы. Где? Будущее, что ты появишься тут. Жаль, что у меня мой крюк пропал и моя рука. Что? Что? Я что? Ой, я что, живой? Ого. Такого не может я быть. Я не знаю, что. Как я выжил? Меня же костюм зажал давно. Почему я еще не умер? Так, ладно. Я, наверное, зайду в пиццерию. Это наша новая пиццерия, что ли? А вы еще кто такие? А, я не понял, у меня вопрос. Вы кто такие? Фредбер, это ты? Я Фредди. А вы кто такие? А я Фокси. А, вы новые типа аниматроники тут, да? Кстати, мы с Фантом. ФНАФ-1 появились. Кстати, вот я вам хочу сказать, вы Энто, а я человек. Смотрите. Какого черта? Ну, конечно, и знаете, я уже давно-давно, чувак. Я не могу снять с себя этот костюм, так как он, не знаю, ко мне прижался. Могу тоже открыть рот? Тебя разве не зовут? У меня, кстати, не получается рот открыть. У меня не получается. Как меня зовут? Расскажите мне. Что вы там хотели мне сказать? Вас случайно не Майкл Афтон зовут? Ну, не знаю. Я даже забыл, как меня зовут. Можете мне напомнить, как меня звали? Ну, давай Майкл Афтон, по-моему, звали. Ладно. Ну, ладно, мы тебе придумаем новое имя. Мы будем тебя называть Спрингтрап. Спрингтрап? Так я же был этим, ну как вы понимаете, я же был Спринг Бонни. И, кстати, ага, если... Что это Спрингтрап? Ну ладно. Что такое? Давайте пойдем рассмотрим пиццерию, в принципе. Автоматы. Дверь. Я надеюсь, тут есть моя пиратская бухта. Да, Фокси, посмотри, может быть, она есть. А пока что давайте посмотрим сама, как это в пиццерии выглядит. Тут куча автоматов. Да. Может, в игры сыграть? Это комната разрушенная. А, Фредди, ты откуда знаешь, что тут есть игры? Тут, наверное, есть такие мини-игры, как вот это вот. Так, тут можно ходить. О, я в аниматроника играю. Ой, меня убили. Это типа такая мини-игра. Не понимаю ничего. Ну ладно. Погнали, Фредди, посмотрим, что тут еще есть. Это комната охранника? А? Тут и правда комната охранника, я вижу это. Но охранника тут нет. Это хотя, знаете, ребят, очень странно, так как... Подождите, я пытаюсь сейчас пролезть через эту вентиляцию. Пролез. Ты пролез через эту вентиляцию, что ли? Да. Ладно. Что? Какого? Чего мы горим? Бегите. Этого не может быть! Помогите! Не сгорим! Бегите сюда! Я не могу выбраться! Фредди, мы не сгорим, мы же фантом! Скорее бежим, а! То, что тут все горит! Нам нужно спрятаться. Куда? Тут все горит везде! Иди за мной, короче! Давайте, скорее! Капец, все автоматы, как же, ладно! Эти автоматы! Где выход находится? Иди сюда! Сюда, давай, сейчас, закрой двери! Хотя это ничего не спасет! Не повезло! Сюда, тут выход! А тут двери закрыты! И закрыли! Во, все! Подождите, мне кажется, либо я там видел охранника! Стопе! Может, сгорел! А! Ладно, все! Бежим! Бежим скорее! Бежим. Надеюсь, что все нормально. Да, ну блин, сейчас, наверное, приеду. Но не скажу, что мы тут делаем. И тем более, скажу, я тем более еще жив. А этого не хочу. Мне надо там спрятаться. Чтобы они меня не увидели. Недолго мы прожили в этой пиццерии.
Задаться. Оставайтесь там. Они все равно, когда будут тушить, нас увидят. Надо спрятаться. Вы, например, вентиляции. Давайте вентиляции. Фонарик, давайте. Нет, вентиляции нет, пожар. Все. Давайте я будем тут сидеть, пока пожар не пройдет. Все. Давайте. Давайте. Отлично. Так все может нормально все быть. Надеюсь, что мы можем все сделать. Ладно, пока остановится пожар, мы уйдем. Мы оставимся в этой пиццерии. Мы через... И самое главное, чтобы они нас не заметили. Мы через июнь 2015 год. Согласен? Согласен? Через июнь. Но если вы говорите сейчас через июнь, то как мы сможем, мы, во-первых, выбраться отсюда, я понимаю. Ну-ка давайте-ка, останьтесь-ка тут, я посмотрю, как тут идет. Все. Тут горит сильно, давайте лучше вентиляцию вернемся. Давайте лучше вернемся в вентиляцию. Нормально. Ладно. Давайте на. Нормально. Ты спринтер лучше не улази. Да, да, да. И ты, Фредди, тоже. Давай-ка тут с тобой, Фредди, останемся. Фуксико куда ушел? Это хотя бы пожара не пробивает. Да, да, да. Ладно, что давай оттуда тут, вентиляция, а может... Я пока найду такой фонарик 4. Тут все сильно горит. О, я сейчас... я оставил запись, теперь я даже без этого уже. О, где? О. Бонни, ты вернулся! О, да, я вернулся! Ура, Бонни! Я же говорил, что мы вернемся. Да, это очень круто. А ты кто такой? Да, Плюстрап, я вообще-то тут живу. А, Плюстрап, а это случайно не ты, Сплиндрап, который в пожаре сгорел? Вообще-то нет. А, ясно. Ну ладно, погнали. Я просто иногда путаюсь. Погнали. Сейчас залезем в один сон, который мало кто сможет залезть. Опачки! Кстати, я знаю, что... Я видел вас. Это кто? Плюштрап, давай сюда, к нам. Сон этот. Ну тут в нашем сне находится. А это кто? Это охранники? Ну а где мальчик? Нам надо поймать маленького мальчика. Ладно. Надо поискать этого маленького мальчика. Сейчас я им скример сделаю. Согласен, да. Мы их напугаем. Да. Бонни, есть тебе вопрос. Вот этот маленький мальчик. Где он? Пугайте его. Пугайте. Давайте, все сразу просто. Уйди. Ну, боец. Плюштрап, садись на этот стул. У меня есть к вам вопрос. Вы же... Всё, мы на него напали. Что дальше будет? Ну, короче, мы не успели его... Плюштрап, я нашел для тебя место. Вот сиди тут. Он просто вот так ходит, и все. Точно, погнали. У меня к вам вопрос. Какой? Плюштрап. Вы же Фредди Бонни? Кстати, Бонни, а у меня вопрос. Как ты так предсказываешь будущее? То есть, говоришь, и это сразу получается. То есть, сбывается, как говорится. Я Фокси, я же знаю, что у вас было трое. Я просто знаю будущее. Ясно. Где Фокси? Фокси, я не знаю, где. Пошли, дом этот захватим. Вот, я нашел ту самую комнату мальчика. Вот дверь. Заходите. Никого. Давайте, вот кто откроет наш шкаф, тому мы скример сделаем. Кстати, ты будешь сидеть, Плюштрап, это твое место. Да, Плюштрап, сиди в своем месте лучше. Все, если кто-то нас откроет шкаф, тот получит скример. Но если аниматроники откроют, то не получит. Да, зачем? Хотя нас всего лишь двое. Ну, Плюштрап еще есть с нами. Поэтому, ну, если откроет Плюштрап, он не получит наш скример. Пока что все нормально. Никто не открывает наш шкаф, отлично.
этого плюштрапа. Тут плюштрапа нет. Человека. Стой! Это значит, призрак открыл? Какой призрак? Может, это еще какой-то аниматроник, только призрак? А кто это может быть? Фокси, это ты? Скажи что-нибудь Фокси. 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 Блин! Сейчас, когда я скажу запись, мы начинаем. Так. Странно, вот куда делся плюштрап? Его уже давно нету. Я даже посмотрел туда. И тут нету плюштрапа. Слушай, мне кажется, это все очень странно. Ведь если нет плюштрапа, может, его убили? Плюштрап! Отзовись! Плюштрап! Я тебя ищу! Какая-то музыкальная шкатулка! Ты что, марионетка еще? Да, марионетка! Я Фокси нашел! Вот Фокси! Смотри, Фокси! Вот Фокси! Фокси! Привет! Фокси, привет! Это очень отлично, что Фокси к нам присоединился! Блин, только кто-то этот плюштрап пропал! Сколько уже времени? Почти 6 утра! Почти 6 утра! Уже почти 6 утра! Надо уходить скорее! Ладно, я в сестер локейшн не буду. Появится... Ладно, я вернусь в... В 7. Бонни! Я не знаю, конечно, сколько, но... Ладно, погнали! Все! Как выбраться отсюда? 6 утра, нет, скорее! Все! Надо уходить, мальчик! Сейчас он проснется быстро! У него будильник поставлен! Давай! Скорее, куда идти-то? Скорее! Закрываем двери! Скорее, выходи! Закрываем! Все! Чтобы нас не заметили, бежим скорее! Все, болит, выходим скорее! Я включу запись! Где это мы? Бонни! Бонни! Что мы тут делаем? Привет, Фонтан Фокси! Бонни, а ты что тут делаешь? На моей руке! Я под теперь Бон-Бон. Бон-Бон, а почему ты на моей руке? Помнишь, мы с тобой нападали, помнишь? И с плюштрапом тоже. Почему ты на моей руке теперь, а? Ну ладно, давай. Я на руке? Кто? Ладно, хорошо. Я маленьким. И не знаю, что произошло. Ну ладно, буду тебя теперь звать Бон-Бон. Хорошо, погнали, Фонтан Фокси. Нас теперь, конечно, и так и было трое, так и осталось. Посмотрите, это старые костюмы. Это костюм Спринг Бонни и Фредбера. Вы же помните еще Спрингтрапа? Еще неизвестно, когда он вернется. Да, я помню этого Спрингтрапа. Говорят, он сгорел в пожаре и так и не вернулся. Может, он уже не вернется? Это Бон-Бон, говорят, а я? Фонтан Фокси. Ну, конечно, да. Я помню как-то... Фонтан Фокси, помнишь, мы с тобой горели тоже, но мы с тобой как-то выжили? Помню. Жалко, что Бонни тебя не было. Видел бы ты, как там было. Мне кажется, что Спрингтрап уже не вернулся, как уже прошло 2 года, и он до сих пор не вернулся. А, нет, год только прошел. В принципе, ладно. Пойдемте искать охранника, посмотрим, что тут есть. Тут, конечно, мало что есть, но все равно давайте посмотрим, что тут у нас есть. Опачки, тут склад. Тут склад небольшой. А это что? Это какой-то грузовик. Ну, если вот нас... Ой, нам двери закрыли. Мы не можем открыть. Скорее сюда. Ходи. А, крылья. Тут тоже закрыли. Фонтан, Фокси, скорее. Я тебе помогу. Тут умеет дверь открывать. Вот выход, смотри. Вот, нет, скорее открывай. Держи. Ай, я не могу выйти. Я могу открыть. Молодец, все. Я научился открывать двери недавно. Да, Фокси, помнишь, ты раньше не умел, прятался в шкафу год назад, но теперь ты научился. Да, это очень круто. Давай, скорее прыгай. Надо как сюда прыгнуть. Опа! Как
как сюда прыгнуть? Ай-яй-яй-яй, что за не очень хорошее? Бон-бон! Я запрыгнул! Что происходит? А где Бон-бон? Куда он делся? Наверное, он успел спрятаться. Наверное, он успел спрятаться и потом сюда залез. Наверное, испугался Бон-бон. Да, наверное. Ладно, Фантем, Фокси, погнали. Тут что-то не видно вообще никакого охранника. Наверное, здесь пока ничего такого. Я бегу к тебе. Скорее бежим. А, мы не можем идти. Ай, мы не можем идти. Фантем, Фокси. У меня кончилась энергия. Помоги. У меня тоже. Бон-бон, у меня всего кончилось. Ладно. Так. Мы сейчас где находимся? Скраб-трап? I always come back. Это что, я опять, что ли, ожил? Ты был во ФНАФе 3. Я помню, я сгорел. У меня, кстати, новый персонаж. О, привет. ФНАФе 6. А как тебя зовут? Хелпи. Ясно, Хелпи, погнали. Это у нас новая пиццерия? Да, новая пиццерия. Круто. Кстати, сказали, что через год будет... Кстати, сейчас ведь 2017 год. Да, 2017. Я просто, знаешь, ничего своей понять не могу. А это что? Я знаю. Хочешь, я опять предскажу будущее? Короче. Хэппи, а ты откуда знаешь будущее? Вот выйдет. Да, я новый. Я предсказываю будущее. Короче. Через год это будет Custom Night. Называется Через Custom Night. Вот это будет Custom Night. Это пиццерия. Ой, нас свет отключили. Нас свет отрубили. Не бойся, у меня есть фонарик. О, у меня тоже, кстати, фонарик есть. Да, у меня есть фонарик. Короче, сейчас пойдем сюда. Надо все тут хорошенечко посмотреть. Помню, тут еще был вроде бы такой небольшой подвал, вроде бы там был. Я, конечно, и сам не помню, но давай посмотрим. Вроде бы он тут был. Так. Это что у нас тут? Обычное местечко. Давай-ка найдем. Тут еще какой-то, говорили, есть лабиринт и так далее. А, игрушка. Возьму-ка себе вот эту вот. Так, сцена. Так, кстати, а почему сцена выключена? Фредди, ты тут? Да. Я не Фредди, я Хелпи. Фредди, я тебя вижу. Ой, опять началось. Нет. Так, меня кто-то звал. Стой, подожди, я не начал еще. Меня кто-то звал? Фредди, ты вернулся? Ну да, вернулся. Только где Бонни? Не знаю, он пропал. Я новый аниматоник. Как тебя зовут? Да Хелпи, короче. А, Хелпи, ясно. Смотри, Хелпи, как говорится... Я слышал, что ты предсказываешь будущее, как и Бонни, да? Да. А, кстати, почему ты тоже предсказываешь? Тебя что, Бонни научил? О, а давай-ка, наверное, я предскажу будущее. Мне кажется, скоро, в 2021 году, мы еще вернемся, но это не точно. Сам сказали то, что это уже будет конец, и все. Ой. О, Фокси, ты вернулся! Фокси, ты вернулся! А где, кстати, Фокси, а где Бонни? Бонни, так он...
Его он не успел прийти сюда. А, не успел, ясно. А, не успел. Ну да, очень печально. Кстати, странно. Ты вернулся. Ну да, Фокси, мы очень рады за тебя, что ты вернулся. Кстати, блин, когда я уберу этот фонарик, тут... Меня разбирали много раз, и меня наконец-то починили. Ну да, Фокси, мы тебя еще видели в 4-м ФНАФе. Это правда было, что это ты был, да? Мы тебя видели в 4-м ФНАФе. Ну, вообще-то, это был мой клон. Клон? Блин. Клон? Клон, этого быть не может, Фокси. Если честно, мне тоже поразило это. Не кажется, либо ты тоже клон? Или что? Нет, я не клон, я настоящий. Ну, хорошо. Мне есть доказательства. Хорошо, Фокси. Давид. Но... Мы были в первой пиццерии. И с нами не было Чики. Да, Чики вообще. Почему с нами нету Чики? У меня вопрос. Я вообще, знаете, по Чики сильно скучаю. А вы скучаете по Чики? Кстати, ты Хелпи? Да. А как ты узнал мое имя? Так я ведь знаю. Мне рассказали, когда меня починили. Блин, ребят, знаете, мне что-то, я что-то немножко скучаю по Чики. Ну да. Когда мы полностью улучшимся, тогда мы пойдем на нее поиски. Да. Это даже в нафи 8. Глянь, это же глич. Как тебе? Это глич-трап, что ли? Подожди-ка, кстати, он должен появиться в 2019 году. Сплинг-скартрап, ты что, вернулся? Похоже, он нас не слышит. Походу, он нас не слышит. Какой-то заяц. Ну, он похож на спрингтрапа, походу, он глич-трап. Смотрите, мне что-то какая-то записка. Это я Скартрап, только я Кличтрап. Я не могу с вами говорить, извините. Он написал мне то, что он не может с нами говорить, но он Кличтрап теперь. И он вернулся снова. Только он не может разговаривать. Да, это очень жалко, конечно. Но это ладно, он вернулся. Это старого модели. Да, он может, конечно, еще модели. Включайте ночное зрение, чтобы все видеть. Да. Ладно. И странно, когда мы берем эти светильники, тут мало вообще света есть. Это как-то подозрительно очень все. Я все вижу. Потому что я включил ночное зрение, я надел это все. Не надел, а включил просто. Если честно, во мне мой старый эндоскелет. Еще с начала ФНАФа. Ладно, я выключу и включу это. Ты что, начальный эндоскелет, что ли? А нет, да это тогда еще, когда были первые пиццерии. Блин, а вы помните нашу первую пиццерию, помните? Ну да. Да, помню, помните, что было ФНАФ-3, все сгорело. Да, ФНАФ-3 все сгорело. Мне просто Скотт сказал, что была первая пиццерия. Да. Майкл Лафтон? Майкл, это же охранник? Охранник! Ну все, его пора убивать! Он надоел за нами! Все, Майкл! Стой! Ты будешь выпрашивать 5 монет! Точно! Сказал этот Скотт. Ладно, окей. Подождите! Плейте пас! Вот так. Майкл, стой! Я не собираюсь. Дышать, штуковина! Майкл, стой! Я не собираюсь тебя убивать! Майкл! Пожалуйста, дай мне 5 монет, и я тебя не убью! Но если ты мне не дашь 5 монет, я тебя убью! Майкл! Где Майкл? Хелпи, помоги мне. Что? Мне кажется, я помогу. Фокси, что такое? Я тебе тоже помогу. Фокси! Ой, Фокси, ты становишься какой-то... Ты девочкой становишься, Фокси. Мне как-то плохо. Фокси, я вижу, ты девочкой становишься. Фокси! Нет! Фокси! Нет! Ладно, ничего страшного. Скотт починит это все. Ну, хорошо. Как-то тут начало пахнуть пожаром. Надо скорее идти отсюда. Пока тут ничего не сгорело. Скорее идем, идем. Идем. Скорее. Вот и вот. Вон, выход. Тут, кстати, наши старые плакаты. Все, бежим отсюда. О, вот и мы. Фокси? О, Рокси, это ты? Я вообще-то Фокси. Вы о чем? Ты, мне кажется, ты уже девочка.
Тебя теперь зовут Рокси. Скотт сказал, что теперь тебя будут звать Рокси. И, кстати, Рокси, и мы тебе хотим сказать, и мы больше никого не будем убивать. Никаких охранников и так далее. Кстати, я больше не чувствую своей души. Да? Вы тоже? Ну, конечно. Я тоже не буду. О, Майкл, позвать. Майкл, привет, Майкл, ты еще жив. Привет, Майкл, я не собираюсь тебя трогать. Майкл, стой, Майкл, подожди, мы тебя не будем трогать, Майкл, стой, Майкл. Да ладно, ничего. Кстати, сказал Скотт, что появится, не Скотт, а какой-то другой, сказал, что появится какой-то мальчик, его зовут Грегори. Грегори. Если честно, я видел какую-то девушку, я уже не знаю. Сейчас какой год? Сейчас 2021 год. 2021. Мне кажется, либо Бонни всегда был прав, что будущее так и таким и есть. Кстати, давайте уже найдем Чику, а? Где Чика, кстати? Давайте ее вправду найдем. Кстати, сказал, что он будет жрать мусорку. Это странно. Да, кстати, где Чика? Кстати, вы видели этот? Какую-то охранницу, ее зовут Ванесса. Да, Ванесса. Я ее тоже видел. Включаю ночное зрение. О! Чика! 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 Чика, ты нашлась! Ты вернулась! Мы тебя столько лет не видели! Ну да, ребята, мне пришлось немного задержаться. Из-за того, что я не успела прийти, меня разобрали. Блин, Чика, мы тебя понимаем, мы тебя 7 лет ждали. А на самом деле ты работала, типа, все равно тебя типа не замечали, в тех временах нас не было. А потом мы были, а тебя не было. Или делали сначала в роботах охранников, а потом меня делали обратно. Блин, Чика, мы тебя целых 7 лет ждали, чтобы увидеть. Ага. И да, и кстати, Чика, хочу тебе познакомиться с моим аниматроником. Его зовут Монти. И, кстати, Бонни куда-то вообще пропал. Жалко, что я больше не увижу своего друга. А так мой друг предсказывал будущее, как и Хелпи. Они предсказывали будущее. Да. Подожди-ка. Хелпи. Монти. Бонни? Что-то мне это все знакомо. И ты хочешь сказать, что может вернуться Бонни? Ну, конечно, я не знаю. Бонни. Я вижу, что Бонни разобрали. Разобрали? Блин, теперь мне жалко. О, смотри, давай-ка мы не будем его трогать. Например, вперед, суперзвезда. Иди куда хочешь, в принципе. Хочешь, мы тебя развеселим? Хочешь с нами поиграть? У нас тут очень весело. Ага, ладно, пойду осмотрюсь в пиццерии. Да, конечно, Чика, осмотрись. Пиццерии. Тут пиццерии очень много. Я не стал не убивать. Я только, когда я вижу кого-то ночью, я сразу зову... Когда я его ловлю, я зову Ванессу. Да. Слушай, ребята, вы случайно не видели Рокси? Я знаю, что она тут есть. Да, кстати, странно, где Рокси? Я тоже не могу понять, где Рокси. Я знаю, что у нее есть в разум Фокси. Да, в разум Фокси. Хотим тебе сказать, что Фокси как-то ему стало плохо, он стал девочкой. И это, блин, как-то вообще несчастливо. Я даже после... Ну, после этого уже... Хочется звать Рокси Фокси. Душа человек. Да. Мне кажется, что... Из-за того, что меня... Ладно, я, наверное, буду на сцене выступать. Да, давайте будем выступать на сцене. У нас сейчас будет концерт, в принципе, как говорится. Подождите, ребят. Вы не против, если я немного поглючу? У меня просто все время... Я был сломан. Ну что? Сейчас будем, в принципе, веселиться, как у нас. О, что-то мне как-то плохо. Всем привет! Я Гэмрок Фредди. Это мой друг Монти и Чика. Также Рокси. Мы рады вас тут видеть. Надеюсь, вы тоже нас рады видеть. И мы больше никого не убиваем, ни охранника, ни детей. И все у нас отлично. В принципе, мы отлично провелись, да? Ой, Чика! Чика, что с тобой, Чика? Да, у меня бывает ничего. Да, ну хорошо, ладно тогда. Ой. Ну ладно, Чик, у тебя такое бывает странное. Да.
В принципе, мы рады были вас видеть в этой пиццерии. Надеюсь, этого больше будет. Да. Кстати, нам нужно потом еще найти... Надо найти Фокси и Бонни. Да, нам надо скоро их найти, Фокси, Рокси и также Бонни. Я надеюсь, они, с ними сейчас все нормально. Да ведь? Наш торговый центр крут, и поэтому мы намного изменились, как это все остальные. Опачки, а ты кто? Ты же Фокси, хотя ты не очень. Ага. Хотя Фокси не на него похож. Там должен быть Рокси. Ну да ладно, пусть старого модели же... будет. Да, потому что, капец. Кстати, тут Солнце. Должен быть Солнце, которое воспитывает. Да, Солнце будет, говорит, воспитывать детей. И он скоро будет работать в детском саду. Я рад за Солнце. И еще... И вот это место, где будет... О, походу нашел место, где будет Солнце. Вот, в этом месте ведь, да? Это что-то мне плохо. Кому плохо? Сейчас. Скоро тут будет работать Солнце в детском саду. И это очень круто, мне хочется сказать. Угу, тоже круто. И вот такая у нас была история. И надеюсь, вам понравилась наша история. И, кстати, Монти и Чика, вы надеетесь, то, что выйдет на в 10? И мы снова вернемся, да ведь? Надеюсь. И мы найдем Рокси, Фокси и Бонни. Да. Ой-ой! Мы что? Также не после Грегори. Мы после Грегори стали какими-то сломанными. Мне кажется, Грегори на самом деле плохой. Он меня предал. Мне что-то как-то... Я, хоть и он мой враг, я ему скажу. Вперед, суперзвезда. И давайте мы стали сломанными. Монти, а ты что, не сломанный? Да, со мной все хорошо. Монти, у тебя же тело было сломано. Кстати, останавливаю всю запись. Останавливаю запись. Все. Что? Так, стоп. Бонни, ты вернулся? Ага, я по вас скучал. Бонни, ты что, рокстаром? Ты как и был, таким остался? Да, я таким остался. Блин, выйди бы еще, Монти. Я не могу говорить. Чика, ты не можешь говорить? А, у тебя клюв сломан, блин, Чика. Этот Грегори, он нас за один день уничтожил. А вот просто обычный охранник нас за неделю не может уничтожить. А всего лишь-то Грегори за один день. Ага. Что происходит? Рокстар Бонни, мне кажется, ты сейчас знаешь уже, что было с нами. Ты же предсказываешь всегда будущее. И да, это уже ясно. Да, иногда я предсказываю. Сейчас я включу вот этот вот фонарик. Помнишь, тебя разобрали. Как это возможно? Ну да, Бонни, как ты вернулся? Я, кстати, рад, я скучал по тебе. Год тебя и два не было. Мы скучали по тебе. Да, скоро выйдет FNAF 10, то что мы, наверное, вернемся. Да, мне кажется, что мы еще вернемся. Вы случайно не хотите починить мой клюв? А, Чика, а где твой клюв-то сам? Он использовал на тебе мой клюв, подсоединил его к тебе. Блин, ясно все. Ну, ясно, теперь я все. Не могу говорить. Ну, ладно. Вот такая у нас была история. Чика, мы скоро найдем твой клюв, Рокси, Фокси и всех остальных. Хорошо. Так как Бонни мы уже нашли. Я рад твоему возвращению. Грегори, я ищу тебя и найду еще в следующий раз. Когда выйдет FNAF 10, я уничтожу Грегори. И надеюсь, что ваши уже ничего не будет. А, меня спалили. Главное, уйти.